Bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы с вами разберем очень интересную тему, которая посвящена свету. То есть мы разберем различные светильники, торшеры и все на французском языке. Итак, сам свет. La lumière. La lumière. La lumière. Электричество. L'électricité. L'électricité. То есть слово практически простое, да, как и в русском. L'électricité. 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 Лампочка. L'ampoule. То есть здесь у меня артикли определенные. То есть если мы берем просто слово, это будет ampoule. Так же как электричество. Электрисите. Да? Здесь, поскольку определенный артикль, будет l'ampoule. L'ampoule. А если неопределенный, une ampoule. Свеча, да? Ну, как свет, освещение. La bougie. La bougie. La bougie. Светильник. Le candélabre. Le candélabre. Очень красивое слово. Le candélabre. Торшер. Le lampadaire. Лампа по-французски также будет простое слово «la lamp», да? А если мы берем торшер, это «le lampadaire», «le lampadaire». Уличный фонарь. «Le réverbère», «le réverbère», «le réverbère». И фонарик. La lampe de poche. Как разобрать это слово? То есть лампа в кармане, да, карманная лампа. То есть сама лампа это la lampe, как я уже говорила. А если фонарик, это la lampe de poche. La lampe de poche. Ну и прожектор. Le projecteur. Le projecteur. Le projecteur. Le projecteur. И небесный фонарик, непосредственно то, что мы видим на экране. La lanterne céleste. La lanterne céleste. То есть небесный – это слово «celeste», да? А если брать фонарик, который поднимается, да, сейчас, это у нас la lanterne. La lanterne céleste. Ну и, конечно же, разберем словосочетание с, этой, с этими словами. Итак, включать свет. Allumer. La lumière. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Выключать свет. Éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Именно этот глагол мы с вами разберем в следующем уроке и составим фразы на эту тематику. То есть «étendre» – это глагол третьей группы, но он спрягается немножечко с хитриночкой, да? И мы это обязательно разберем в следующем уроке. Так, ну и напоследок, как сказать, что, допустим, нету света, мы говорим просто «pas de lumière», «нет электричества», «pas d'électricité», говорилось, «нету света», «pas de lumière». И так далее. И вот мы заканчиваем наш урок и увидимся в следующем.